Опять что время надо мной не властно, и мне нужно побеждать. Побеждать день за днем, за годом год. Каждый подход вызов себя побьет собственный рекорд. Значит, у нас равжим с цепями до максимума, ну и второй фазой будем работать на брус с максимальным весом, до которого дойдем. Так, сейчас, значит, пока три подхода разминочных, вот, с небольшим весом. После этого одеваем цепи и потихонечку добавляем вес, пока не дойдем до предела. Вот, цепи у нас вот так выглядят. По весу попозже скажу. Честно говоря, не помню сколько. Вот, вот они цепочки хорошенькие такие, знатные. По пять штучек, вот, с каждой стороны будет висеть, ну и плюс, соответственно, вес, там, диски, как-то так. В общем, сейчас 50 килограмм и 70, и после этого одеваем.
100 килограмм. В общем, в прошлом году была на подготовке такая же тренировка. Вот, дошли до 130 килограмм. Ну и плюс цепи 85-90 килограмм отягощения верхней точки. Очень интересно в этом году, какой будет результат. Вот, понятное дело, нужно сделать больше. Посмотрим. Пока вес у нас 100 килограмм, ну и плюс, соответственно, цепи. Что-то я понял. 20 как 25. Давай, жестко. Мощно. Вот. Давай. 5 килограмм добавь. За 200, за 200 получается. На. Ты должен побить свой. Виноватый не стал. Убивайся нормально, ёпки. Я уже все снял. Тут говорит, блядь, мы здесь нарушаем правила, блядь. Завтра, блядь. Я не специально. Прибавил, да? Я пришел.
Сейчас прижимай. Все 8. Всего 8. Всего 8, это не так что. Нет, нормально. Они все, блин, такие. Ну, это как бы тяжелый день. То есть мы... Мне нравится. В этот раз я к каждой тренировке прихожу, и ну, я по цифре нет тренировки. Я друзья, я в майке. Ну, трав посмотрим. Нига нету это? Ну, то есть я прихожу, уже все, все прошло. Счастливый человек. Ну, видишь, Серега переиграл. Я немножко сделал план, чуть-чуть поменял, вообще чуть-чуть. Увеличил отдых. Он мне добавил, да. Три дня. Я же принял. Три дня. Полных. То есть я четвертый. Вот сегодня я на третий пришел. Получается, восстановление вообще полное. У меня такая хуйня. Я делаю после... динамической тренировки до тяжелой. У меня как раз 3 дня полных. У меня там еще писька, конечно, есть, но я именно жим имею в виду восстановление полнейшее. То есть ты на тяжелую тренировку вообще полностью готовый. Хоть ты там, блядь, уебался даже на резинках, но ты на тяжелый будешь полностью готов. Опять на тренировку? У тебя получается, подожди, у тебя получается майка, между майками еще две тренировки и опять майка, блядь. Или как? Короче, майка, резинка, раф, резинка, майка. Через 3 дня. Получается, майка раз в неделю получается. Раз в неделю. Ну, после. Платить, блядь. Теперь, ну как? Ну, раз в неделю. У меня неделя, это 8 дней. Ну, раз в неделю получается. Даже реже. Получается, 3 тренировки между... 4 тренировки между... На 16 дней. Да. Ну да. Между маячными. Ну отдыхаю. А так, да, я же да, блядь. Сейчас. И все там такого, такого плана, да? Но разные, не одно. Ну, понятно. А так, да. Серьезно, тобой эксперимент ставят. Лучше поработать. Не, ну пока 2 года показываем результат. Подряд. Во всяком случае, я, конечно, понятное дело. В этом году первая тренировка, она намного лучше, чем тогда я только начинал. Да, начал. Во всяком случае, все равно после перерыва очень неплохо ощущение. Сейчас вторая тренировка мальчика. Да. Не, она, кстати, нормально должна быть, учитывая, что у тебя еще между майками 4 тренировки, такие вот, раф, резина, цепи, без того, когда она мальчика, вообще хорошо пойти. Килограмм 106. Раньше давно-давно в одной стойке рожали, он что-то поедет, блядь.
жук московский был такой. Ну, слышал, что когда майку уворачивали на этими швами наружу? Да, 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 да. Вот наслойки, да, вот эти. И просто выворачивали, и швы как бы были наружу. Жали, короче. По правилам это не запрещено. И жали таким образом. Это больше хренов. И ничего вообще, я пробовал один раз. Я даже один раз так насрелаю, я поступал. Я вообще ничего не почувствовал, мне нравится вообще никакой нет. Что так, что так. Что так, что так. Ну, тут смысл такой, что швы типа меньше, блин, рвут, блин. Ну, то есть, вот, что меньше кожу разрывают. Более комфортно жать ее. Шли доски, Вася. Угу. Три, пятнадцать, оп! Взял.